Давайте одразу почнемо з того, що аналітики ЄСВ сьогодні написали, що росіяни нарощують кількість і масштаби своїх механізованих наземних штурмів, йдеться за деякі ділянки фронту. Питання у тому, з чим це може бути пов'язано, тому що кілька днів тому журналісти Forbes писали про те, що на Авдіївському напрямку окупанти здійснили одну із найбільших своїх таких бронетанкових атак, рухалися колоною. Чому от вони вирішили піти саме так? Чи вони зараз, з одного боку, дивляться, що в українців немає достатньо ресурсів для того, щоб цьому протистояти? Чи вирішили повернутися до тактик, з яких вони, зрештою, починали повномасштабне вторгнення? Бо ми всі пам'ятаємо відео, як колонами вони величезними намагалися рухатися, їх просто сили оборони розстрілювали. Точно так само, як це було, зрештою, кілька днів тому на Авдіївському напрямку. На восточном направлении очень сильно применение средств поражения зависит от грунтов. Все-таки Донецкий чернозем – это довольно специфический грунт и в размокшем состоянии практически бетон, жидкие бетоны. Потому техника, тяжелая техника, допустим, сложно ее использовать, когда грунты еще не подсохли. На данный момент уже этот процесс прошел практически несколько, можно сказать, несколько недель уже идет засушение почвы, и, естественно, она может выдерживать тяжелую технику. Почему россияне начали использовать достаточное количество, ну или вернулись, как это говорится, вернулись к способу наступательных действий с помощью техники в том числе. Раньше не ее использовали в основном в режиме огневой поддержки, то есть из тыла поддерживали части, пехотные части, которые выполняли наступательные действия. Сейчас пытаются это сделать с помощью техники. Естественно, у нас есть сейчас, уже есть, можно сказать, достаточное количество средств поражения и беспилотники, и подошли некоторые партии с увеличением определенных коэффициентов боеприпасов, потому такой тандемный удар наших снайперов, артиллеристов и толковых операторов беспилотников нанесли, конечно, серьезный ущерб российской этой колонне. Это одна из колонн. Дело в том, что они практически по всей линии фронта сейчас начали применять технику, но, правда, там, где у них еще остались наступательные посылы, позывы, я бы так сказал. Почему? Потому что зимняя, осенне-зимняя военная кампания у россиян сейчас уже уменьшается, то есть уменьшается количество атак, раза в полтора-два, можно сказать, уменьшилось, если по всей линии фронта брать. На некоторых позициях уже иногда сутками нет, не выполняют россияне наступательных действий. Вот там, где у них осталось, это, допустим, это Донецкое направление, Мариинское, Авдеевское. Это Бахмут, Часовьяр, это Белогоровка, допустим, по некоторым позициям Луганского фронта. Тот же, допустим, Работино, там уже не, бывает, там днями уже не выполняют боевые задачи россияне, то есть наступательных действий практически никаких. Та же самая картина и под Крынком. То есть, по большому счету, сейчас основной упор оставшихся частей, которые у россиян еще остались с зимы, это на Донецком и на Бахмутском направлении. Вот пока эти два направления, там будут, естественно, пытаться не с помощью техники наступать. Ну, до речі, в цьому ж самому зведенні від аналітиків ЄСВ вони звертають увагу на недавню публікацію «Політіко». Вони написали статтю, посилаючись на джерела, ну, знову ж таки, не названі в лавах Сил оборони, і там йдеться про те, що українські офіцери нібито кажуть, що нові західні системи надходять занадто пізно і в недостатній кількості для того, щоб мати якийсь великий позитивний і ефективний оперативний вплив на полі бою. І якби додають, що в разі нового наступу російського влітку існує великий ризик того, що лінія фронту зруйнується. От наскільки цей сценарій ви вважаєте можливим? Много оружия на фронте не бывает, поверьте. То есть его всегда недостаточно. Потому чем больше, тем лучше и лучше новейшего, который может выполнять точно боевую задачу. Исходя из тех сил, средств, которые мы имеем сейчас, допустим, можно говорить о том, что если россияне через полгода, а это не раньше, дело в том, что россияне сейчас будут уходить где-то на полугодовой, ну, минимум 3-4 месяца, это минимум. Так реально до полугода этап накопления, так называемых. Для них очень важно сейчас заморозить боевые действия на большей части фронта,
оставив только какие-то болевые реперные точки, которыми являются, допустим, Донецк, и рядом проходящая линия, линия боевого соприкосновения, и Бахмут, Часовьяр, по поводу именно Часовьярского нашего гарнизона. То есть для них это болевая точка, они будут пытаться двигаться. А везде по всей остальной линии фронта у россиян, в принципе, они будут уходить в режим активной обороны, без широких наступательных действий. Так вот, для них важно сейчас замораживание некоторых направлений на линии фронта. Но вот для чего? Для того, чтобы накопить силы и средства для выполнения боевой задачи в будущем. В основном у них, исходя из этапов накопления, у них планироваться будет осенне-зимняя операция этого года. Это где-то, может быть, август-сентябрь и дальше. То есть раньше, чем в август-сентябрь, у россиян достаточного количества сил, средств, допустим, для прорыва фронта точно не будет. Вопрос удержания и какими силами и средствами мы сможем удерживать, тут действительно, вот здесь вот действительно напрямую зависит от наших партнеров. То есть, если будет такая же проблема, как была перед Новым годом, когда ожидаемые поставки от Соединенных Штатов были просто остановлены и до сих пор не начались, тогда нам придется принимать решение, может быть, на отход, на лучшие в оборонительном смысле позиции меньшими силами и средствами. Есть такие механизмы, допустим, нам тогда придется отходить за речные преграды, за подниматься где-то на высоты, отходить для того, чтобы подняться на высоты. С них можно меньшими силами и средствами удерживать наступающего противника. То есть вот такой механизм действительно возможен. То есть у нас он есть, у нас эта опция есть. Там есть куда отходить, еще есть как минимум две линии обороны, связанные с геологическими некоторыми структурами на Донбассе. Это все-таки старые горы, это в основном восток. И вот без достаточного количества сил, средств нам придется действительно отходить. Это не будет прорыв фронта, то есть так, как описывают, допустим, некоторые издания. А вот отход з потери території, так це однозначно. От якщо ми розглядаємо наступ росіян на осінь-зиму, зрозуміло, як ви кажете, до того часу, що може абсолютно все помінятися. Наш президент в тому числі каже про те, що росіяни готують мобілізацію в 300 тисяч осіб на червень. І зрозуміло, що починаючи від червня їх треба буде підготувати, а не кидати одразу для того, щоб це мало якийсь ефект і результат. Як вважаєте, чи вдасться їм мобілізувати цю кількість людей? Це по-перше. І по-друге, які напрямки для наступу в такому випадку росіяни визначають для себе найбільш оптимальними? Тобто я розумію, що вони наступають зараз по усій лінії фронту, ну, принаймні, можуть собі дозволити наступати по усій лінії фронту, але ж вони, мабуть, теж виставляють собі якісь пріоритети у тому, де їм наступати вигідніше, а де ні. Ну, по направленню і взагалі по планам бойових дій у росіян все прописано в російській конституції. Діло в тому, що росіяни прописали 5 наших областей, ввели в правове поле російської конституції, практично її розрушили. Ввели Крымскую, Херсонскую, Запорожскую, Донецкую, Луганскую области. И потому это и есть план россиян. То есть выйти на границы, административные границы этих областей, а для российской конституции, для российского правового поля в этом смысле, это граница России. То есть они будут пытаться, ну, это логика процессов, то есть они будут пытаться выдавить наши войска за границы, административные границы областей, а по их конституции за границу Российской Федерации. Ну вот примерно так. И потому нет смысла искать каких-то других механизмов, там похода на Киев, на Львов, на Ровно, на Одессу или еще куда-то. Нет. Вот этот план действий они уже забили. И на любое другое действие они просто на данный момент не будут готовы, нечем будет выполнять какие-то другие боевые действия. Потому если и будут где-то что-то рисовать, то есть именно в такой последовательности. Луганская граница Луганской области, граница Донецкой области, ну и дальше по списку Запорожская и Херсонская. Ну, до Запорожской, до Херсонской в этом году им просто
как до Киева рачки, так практически нереально. А вот по Восточному фронту, да, действительно могут давить. Вопрос, какими силами. То есть тот наступательный потенциал, который у них был в этой зимой, он сейчас заканчивается. Мы это уже с вами говорили. Этот этап, так называемый осенне-зимней операции, военной операции, он сейчас подходит к концу. И россиянам для того, чтобы поставить в строй достаточное количество сил, средств для дальнейшей операции уже больше осенне-зимней этого года, им надо, да, действительно поставить в строй определенное количество личного состава. Вопрос, какое и в каким механизмом. Так вот здесь есть несколько механизмов российских, которые они могут использовать. Вряд ли это будет режим принудительной мобилизации. Дело в том, что они уже раз на нем обожглись. 300 тысяч они пытались поставить в строй в 2022 году осенью, когда призвали, очень долго с ними возились, максимум, куда можно было их в конце концов использовать, в режиме пушечного мяса. Не более того, но это было в 22-м году, в начале 23-го, когда у них просто не было других механизмов, а мы не могли им противостоять. Сейчас все это изменилось полностью, и для россиян, в принципе, призыв именно принудительной мобилизации, он как последняя палочка, выручалочка, последняя так называемая. Вряд ли они к нему прибегнут, так как КПД от него, конечно, они больше отрицательный получат. То есть там плюсового КПД не будет, будет обратный процесс. И, скорее всего, эти 300 тысяч, о которых говорит президент, это, скорее всего, общий объем вооруженных сил, которые российских, которые будут пытаться поставить в строй. Вот 150 тысяч они сейчас будут весной набирать под замену 150 тысяч демобилизации. То есть это был указ, подписан Путиным, о призыве на срочную военную службу, весеннем призыве на срочную службу. Но это ротация. По большому счету 150 тысяч будет призвано, 150 тысяч будет уволено, то есть демобилизовано. Им могут предложить какие-то контракты, допустим, но это не все 150, и это будет растянуто по времени, так как минимум все-таки захотят еще побывать и на родине, так сказать, дома. Это потом они могут влиться в общую систему рекрутинговой мобилизации. А вот здесь уже другой вариант. То есть где-то под рекрутинг у россиян становится в строй в сутки в районе 1000 террористов. В районе 1000. Так вот, если считать в этом году, то к лету где-то эти 150 тысяч и станут. Только они в это время мобилизуются, с одной стороны, через рекрутинговые центры под контракты, а с другой стороны, с такое же примерное количество в районе 1000 россиян уже мобилизируются на линии фронта. Потому здесь есть такой баланс. Вот максимум, на что могут рассчитывать россияне, российская армия, это на попытку заморозить боевые действия. То есть замораживание боевых действий даст им возможность, допустим, накопить определенный людской ресурс, так называемый, и с него уже как-то потом попытаться вылепить более-менее военизированные военные подразделения. Вариантов других практически у россиян нет никаких. Почему сейчас все, со всех утюгов, все пророссийские говорящие головы пытаются пропихнуть в информационное поле замораживание боевых действий, какие-то мирные переговоры, что угодно, им главное заморозить, чтобы мы не стреляли. Заморозить боевые действия, чтобы успеть накопить к осенне-зимней кампании, успеть накопить хотя бы пару сотен тысяч российских террористов, новых, по крайней мере, не просто накопить, еще их поставить в строй и обучить. В мене тоді питання в... Не знаю, можливо, трошки філософського характеру, але скільки в такому режимі зможуть тривати російські наступи? Ну, вони ж не можуть тривати вічно. Тобто є от певний ресурс, вони вичерпуються. Ви кажете, вони мають взяти після цього паузу для того, щоб відновити сили. У тому числі, як каже наш президент, набрати на червень там 300 тисяч нових мобілізованих, забезпечити їх, навчити їх, показати їм, як рухатися. До цього ще, напевно, забезпечити їх в тому числі різноманітними боєприпасами, снарядами і технікою. Чи росіяни просто беруть і заміняють попередніх, наприклад, військових на новомобілізованих, і цей цикл наступу починається заново, тобто з нуля, а не продовження як такого, який виснажується?
Ну, это и с одной стороны продолжение. Дело в том, что остановки, если нет принятия решения на заморозку, то, естественно, остановки такого не будет. Вдоль всей линии фронта проходят как минимум позиционные бои, то есть тактические мероприятия. Потому заморозки не будет, это невозможно. Ну, по крайней мере, на данный момент. И, естественно, после набора дополнительного количества личного состава идет планирование каких-то следующих действий. Оптимальный вариант – это после накопления не только живой силы, а еще и техники. Причем вот как раз по периодам у россиян может она, в принципе, длиться действительно до бесконечности. Почему? Потому что Россия – это страна, которая может вырабатывать все виды ресурсов одновременно. Они, конечно, конечны по определенному количеству в день, там, допустим, или в месяц, естественно, но они не конечны в общем. То есть, если страна может, допустим, производить 5000 снарядов в сутки, они где-то так и производят, 5-7 тысяч снарядов в сутки, это вроде как конечный механизм, но они их и используют, то есть это называется работать с колес. Вот они используют то, что произвели. И, в принципе, этот режим может быть до бесконечности. Они увеличить его не могут. Они его увеличить могут только тогда, если они останавливаются. Мы, естественно, останавливаемся, замораживаем боевые действия, и они, произведенные 5-7 тысяч снарядов, начинают закладывать на хранение. И тогда у них увеличиваются складские запасы, так называемые, и через определенное время, там, допустим, через полгода, у них уже будет десятки тысяч, сотни тысяч, а то и миллионы снарядов, в зависимости от того, какое будет время на накопление, которые они потом могут использовать при наступлении уже не 5-7 тысяч в сутки, а, допустим, 50-70 тысяч, как они использовали в 2022 году при накоплении. Потому здесь вот два таких есть относительные, есть абсолютные цифры. Потому их сложно, их легко просчитать, с одной стороны, по количеству, но сложно спрогнозировать по действиям, допустим, противника или в том числе и нашим по заморозке, то есть как и сколько они смогут накопить. Но эти цифры просчитываемы. То есть такая же самая картина у россиян, допустим, по технике. Сейчас они еще используют технику, которая у них есть на складах, и старую советскую, и произведенную в том числе. Ну вот где-то через год, в следующем году, ну примерно так, если такая же интенсивность будет боев, то они выйдут на нулевые складские остатки, в том числе и по технике, и смогут работать с колес. Это называется, произвели сегодня, допустим, там три танка. Все, три танка этих больше ж ниоткуда них не возьмут, они придут на фронт, но уничтожение танков идет больше, то есть, значит, им придется уменьшать ширину фронта. 1200 километров фронта они уже не покроют, им придется ее уменьшать. Вот, кстати, на это как раз и рассчитывают иногда военные, когда планируют некоторое выполнение боевых задач на растяжку по времени, то есть на истощение. Вот это как раз и есть истощение, то есть вывести вывести врага в режим постоянного использования с колес всех видов боеприпасов и техники. Вот мы уже вывели в этот режим по боеприпасам, почему россияне побежали по миру собирать с миру по нитке голому рубашка называется. Некоторые страны им помогают сейчас, Северная Корея, Иран, Китай, ось это ржавая зла. И следующий механизм – это вот как раз техника, когда они выйдут на нулевые складки и будут работать с колес. И третий основной, допустим, это людской ресурс. Так вот, здесь вот у них, в принципе, людской ресурс бесконечный, можно так сказать. То есть они, в принципе, свою 1000 террористов в сутки могут поставлять, ну, в течение десятков лет. То есть это восстанавливаемый ресурс, и по большому счету он не должен восприниматься как кардинальный или решающий. Почему? Потому что война все-таки идет не штыковая, то есть не лицо в лицо, а война идет с помощью дальних средств поражения в том числе, ну, естественно, железо, а мясо против железа никогда не побеждало. Поэтому как раз вот этот людской ресурс, он в принципе, его во внимание можно и не брать, хотя он и вроде как бесконечный. А вот ресурс боеприпасов и техники, а вот здесь он конечный. Потому надо рассчитывать и дальше война на истощение, которая должна привести, по большому счету,
к истощению российского механизма ведения боевых действий, к усыханию линии фронта, допустим, они смогут поддерживать какие-то боевые действия на линии фронта, ну, не больше 400-500 километров. Это надо тоже брать во внимание, естественно, при расчете боевых действий. Это примерно где-то до 1,5-2 лет. Вот еще боевые действия видны года 1,5-2, по крайней мере, пока российская экономика сможет их поддерживать. Стосовно, до речі, от усихання лінії фронту, The Guardian, посилаючись на неназваних представників в головному управлінні розвідки, це, звичайно, з розряду фантастики, але кажуть, що ГУР їм сказали, конкретно їхнім журналістам, що готують операцію в першій половині 24-го року на знищення Кримського мосту. Я розумію, що це все на таких інсайдерських, скажімо, неназваних анонімних джерелах, але все ж, по-перше, чи це вже виглядає як українське ІПСО для російських окупантів, але чи є взагалі чим атакувати той Кримський міст? Ну, это не ІПСО точно. Дело в том, что подготовка по выводу из строя Керченского моста ведется последние как минимум 2 года, это точно. И выполняется эта работа. Поврежден был мост и в 22-м, и в 23-м годах. Хорошо отработала служба безопасности, креативно подошла и первый раз к повреждению, второй раз к повреждению. Потому механизмы... как повредить. Уничтожить мост мы не сможем. Именно уничтожить полностью. Его там нужно только разбирать. Это тогда, когда освободим Крым, займемся демонтажом этой незаконной постройки. Для того, чтобы она не легла на дно и не мешала судоходу. Демонтаж. Вот тогда можно будет говорить об уничтожении. Вот и о повреждении и механизмах повреждения. В принципе, сейчас на данный момент много. Вопрос целесообразности и, допустим, принятия решения по их использованию. У нас есть безэкипажные катера. Мы их прекрасно видели. Это несколько модификаций безэкибеков, так называемых безэкипажных катеров, глиссерных. Это и «Магура» у «Гуровская», «Гуровская», «Магура» В5. Это «Си-Бэйби», причем уже 2 модификаций, более легкой, которая работала, и уже тяжелой модификацией. С большей дальностью, с большим боезапасом, это Си-Бэйби. И тот же Мамай, это тоже служба безопасности, это Бэки. Есть несколько модификаций подводных беспилотников, так называемых, ТЛК, Талок их называют, ТЛК. Сейчас до ТЛК 1000, то есть 1000 километров подводник может выполнять боевую задачу. А это, он же и до 1000 тонн взрывчатки, до... в тонны взрывчатки, до 1000 килограмм взрывчатки. Потому, по большому счету, надводные и подводные компоненты есть. Есть, естественно, компоненты ракетные. Ракетные у нас свои ракеты, которые мы можем достать до Керченского моста. Это ракета зенитно-ракетного комплекса С-200. У него оперативная дальность по земле, допустим, 250, а техническая дальность 300 километров. Это подтвержденное 300 километров, это как раз достать до того же Керченского моста. Есть у нас «Нептуны» с подтвержденной дальностью 280 километров, это на базе ракеты Х-35. Есть у нас 2 крылатых ракеты, которые передали нам наши партнеры, это «Storm Shadow» и «Scalp». Они с дальностями где-то в районе 250 километров, но тем не менее при выполнении определенных задач авиации, которые ее их сбрасывают, то запускают, вернее, то в принципе и они также могут подключиться к уничтожению этого Керченского моста. То есть спектр в принципе у нас большой. Плюс еще беспилотники, которые могут использоваться в качестве ложных целей, если можно так сказать, или целей, которые будут отвлекать на себя внимание. Плюс у нас есть ракета EDM-160, это ракета-постановщик помех. То есть это целый спектр, сейчас вот я назвал до десятка, практически тех механизмов, которыми можно вывести из строя Керченский мост. Это те механизмы, которые есть в свободном доступе. А есть еще, естественно, закрытые, не выходившие в свободный доступ механизмы, которыми также может быть поврежден Керченский мост. Оптимально его, конечно, при выполнении задач, оптимально это использование всех максимального количества средств повреждения. Тогда, по крайней мере, есть возможность того, что он действительно будет
поврежден. И если Главное управление разведки, а в свое время Служба безопасности, Малюка, в прошлом году, в этом году Главное управление разведки уже подтверждает его, ну, мягко скажем, небольшую жизнь в ближайшее время, недолгую жизнь этого Керченского моста. Потому, я думаю, только дело времени, когда Керченский мост в третий раз будет поврежден. Але тут ще цікавий момент з тим, що росіяни на сході нашої країни будують зараз залізницю, велику, причому дуже широку. Чи стане це проблемою і чи зможе вона компенсувати, наприклад, потенційну відсутність Кримського мосту? Однозначно зможе, якщо вони її відстроять, якщо вони її повністю запустять, а це буде альтернатива Керченського мосту. Причому і автомобільна, вони вже, в принципі, создали определені на механизмы под автомобильное расширение автомобильных дорог и железнодорожную ветку. Но для них очень важно именно железнодорожное. Почему? Потому что, допустим, плечо поставки военной амуниции, даже если рассчитать в Работино или в Крынки, из Ростова примерно 1500 километров, 500 километров, это очень много. А так как российская армия передвигается в основном по железным дорогам, для них очень важна железная дорога как таковая. Они рассчитывают, вот как мы рассчитываем уничтожить Керченский мост, и россияне рассчитывают, понимая, что у них нет 100% гарантии, что они его сохранят, по крайней мере, от повреждений. Потому они приняли решение на постройку железной дороги, которая сейчас уже, в принципе, практически готова к соединению с Ростовом. Там остались несколько десятков километров и доводка мостов, мостовых переходов. И, в принципе, вся эта дорога может заработать. Хотя у нас есть достаточное количество сил, средств для того, чтобы не дать ей работать, уничтожить мостовые переходы. Первый мостовой переход, там есть в том районе между Таганрогом и Мариуполем, есть две реки. Одна, которая, речка идет по нашей территории из Донецка в Мариуполь, это Кальмиус. И вторая река рядом с Таганрогом, западнее Миус. Вот Миус и Кальмиус. Вот эти две реки параллельные практически, через них есть два моста. Через Миусский залив железнодорожный мост и через Кальмиус, также железнодорожный мост, до которых мы достаем. До Кальмиусского моста в районе Гранитного мы достаем ракетами М-31 из Хаймерса. Ну а до Таганрогского моста достанем Ольхой, достанем тем же С-200, это наши ракеты, и тем же Нептуном, то есть три вида ракет С-200 и Нептун АЭХ, которые достанут до Таганрогского моста. И, скорее всего, как только россияне будут готовы запускать эту ветку, я думаю, тогда прилетит подарок, такой волшебник в голубом вертолете, который бесплатно кино покажет. Кино покажет, как перерезается эта ветка, в том числе по этим двум точкам. Хотя, опять же, механизмы могут быть разные. Дело в том, что там еще одна точка развязки есть, Волновахская развязка в Волновахе, а это рядом там 20, по 30 километров от Угледара. Туда даже артиллерии достать можно. Ветка, которая идет с Волновахи на Камыш-Зарю, она также проходит недалеко от Угледара, тоже можно достать артиллерии. То есть, по большому счету, механизмы перерезания железнодорожных веток на материковой части, они намного проще и легче, чем, допустим, достать до Керченского моста. Я думаю, как только готова будет эта ветка, она будет в таких реперных точках отминусована. А самое интересное, что сама ветка железной дороги, так это ж хорошо, что они ее построят. Нам останется, по большому счету, меньше будет работы потом по восстановлению юга нашей страны. Зрозуміло, пане Романе, я вам дуже дякую за розмову, дякую за детальні пояснення і побачимося з вами вже на наступних стрімах.